Всем привет, Сэмсион, а это Dying Light, мы продолжаем проходить эту игру. У нас задание спасителей, спасатели. Найдите туннель, ведущий из трущоб, Хорошечин. Так, там, по-моему, бегун, под названием, ты знаешь какой. Не буду с самого начала начинать, тут сейчас, потом опять начнется ор, все это вот, поэтому. А там чё? Какой-то щит. Кого-то опять бьют, что ли, здесь? Ядрить твою налево, а! Болей его, мужик! На меня только пошел, только на меня пошел. На этого похер, он его грыз стоял. Ты можешь меня отвезти кое-куда? Чего ты хотел сказать? Ну, говорит, не хочу. Поможешь мне, я тебе причиню... причиню. Завернем кое-куда. Не надо мне кое-куда заворачивать. Мне нужно вон идти. Иди отсюда, вон. Я не хочу с тобой связываться. Я не хочу с тобой связываться. Так, а мне надо вон туда. Я, блядь, он мне наградку какую-то даст. Это какой-то щит был. А запрыгни, 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 запрыгни. Молодец. Так, там дополнительные задания опять начались. Вот, три звездочки. Вот уже три звездочки надо сделать. Меня, кстати, бесит уже сколько дополнительных заданий про этого. Где нужно аккумуляторы и бран, где надо найти вот эти точки. И там их что-то там активировать, но не сегодня, не сейчас. Ну, в смысле, может и сегодня, но не сейчас. Так, а может, слушай, переждем, а? Давай-ка переждем. Так, давай-ка сразу же я посмотрю еще, знаешь, какую вещь. Нахуй мне ножка стола нужна. Подожди-ка, у меня мачете нету. Мачете с арены, вот, его же можно починить. Теперь даже его можно починить. А, нет, свободные ячейки. Хорошо, так, простой топорик, немецкий, грубый клевец, кувалда, мясницкий нож. Блять, ключевых поцелуев сколько? Я не могу. Так, УФ фонарь, великолепный сюрикен. Горючая жидкость. Нахер мне уже горючая жидкость? Но это нет, это... Это-то ладно. У меня куча вот этих вот колючих поцелуев. Давай я уберу тяжелую арматуру, а вот сюда возьму мачете с арены. Его же можно починить. Сейчас я пересплю. И по сегодня предупреждаю сразу, серия будет немножко покороче, потому что мне нужно куда будет уйти. В смысле, я не понял. Спи. Да как так-то, блин, дай мне допить чай, господи. Туда-сюда эту мышку. Все, я допил. Так, смотри-ка. У меня есть простой топор тарам-пара, мачете с арены. Тяжелый топор лесоруба, кстати, да, потому что он не туда и не сюда, он сильно тяжелый, размахивается 10 тысяч лет. Так, это сразу же зомбари, да, ну тогда вот сюда на машину прыгну пока. О, вот так сразу, да? Лимон, удерживайте R. Вот. Это очень классная штука. Она только так будет разбивать им головы. Обосраться. А чё же тут так много-то? Ладно. Перепрыгнем, пересечем. Так. Блин, там Харкун вот сверху стоит. На мосту стоит Харкун. Вот это тут зомбари, блядь, вот это тут зомбари. Были бы они мне моими друзьями, они бы мне только так помогли, на самом деле. Так, тут что, Харкун, что ли, стоит? Да, Харкун, иди в жопу. Я в сейф-зоне, ты не можешь меня плюнуть, падла. То есть он может меня харкать через... А чё ж так все плохо-то? Чё такое? Так, не используй значки навыков. Хорошо, чё у меня там по навыкам? Навыки. Уровень выживаемости у меня есть навык. Так, научись давать щит, использовать его в бою. Не хочу. Область трупов становится намного быстрее. Вот. Это пока что самое важное. Это что такое? А, электрические ограды. Вообще бред, не буду пользоваться ими. А вот это, да, вот это прикольно. Так как мы с тобой ищем, ищем все и везде. И до сих пор, поэтому... Ай, так она что, дамажит, что ли? Ой, классно, ага, внезапно, я такой молодец, телефон-то не выключил. Так, а этот мост пересечь можно или там завал? Нет, там нет никакого завала, это спокойный мост, говорю, туннель.
Ёб твою мать, обосраться, сколько вас тут много-то? Да, этот мост можно пересечь, можно эти машины здесь открыть. Побыли. Какой-то туман, дымка. Ни хера не видно толком. Ага. Более шанс на более высоком уровне добычи. Ни хера там не было вообще. Более высокий уровень добычи. Согласен полностью. Так, хорошо. Так, это, по-моему, бегун. Бегун, именуемый пиздодельным. Поэтому это просто мы пробегаем. Так, а спасатели-то эти где? Спасители, хер их знает, кирители. Так, ловушку. Активирую. Так, собственно, вот они. А как мне подниматься-то к ним? Я не понял. Поиграешь в эту игру, надо 1000 раз отгадать, откуда, блядь, куда. Хорошо, молодец. Я перепрыгнул, вот мне меня спасло это. А, да, ты не сможешь запрыгнуть? Окей, ладно. А это тут было вообще хоть раз? У меня никогда тут не был. Я здесь вообще никогда не был. Там что-то в домике есть. Пойдем посмотрим. Да ради хох, мы просто посмотрим. А, да, я совсем забыл, двери-то в этой игре не открываются. Надо через крышу заходить. Тогда в жопу. Тогда в жопу. Так, 39. Допрыгнешь? Да, прыгнул, молодец какой. Какой молодец? Ну тут что-то должно быть по-любому. Так, домашние припасы, продам все. Вот это сто пудов должно... А, нет, оно не открывается. Ой! Оно не открывается. Надо через верхушку можно зайти как-нибудь. Тупой, залезь, блядь. Чё ты не мог залезть? Чё это было? Так, собственно... Ой, что это? Это грибы эти. Я пока понять не могу, куда мне надо идти-то. А, блядь, мне надо на мост. А чё ж ты мне не сказал-то? А, мы тут были с тобой, это же дом этого. Мудень этот сумасшедшего. Из 4-го выпуска, когда мы это самое дикое дополнительное задание-то было. Если это зомбар ломится. Где он уже здесь успел проломиться-то, блядь? Так, пойдем, да, мне все-таки вот сюда вот. Как бы мне зацепиться. А то тут хер как зацепится. Ладно, окей. Походу придется по-другому действовать немножко. Походу придется действовать по-другому. Придется обратно туда идти, чтобы залезть на мост, потому что я что-то подумал. Да, где-то на мосту. Ну хорошо. Хер с ним. Страшного. А вот, а, блядь, тут был. Ну да, мы тут были с тобой, я вспомнил. Так, мне нужно на мост, соответственно, мне нужно залезть вон на то здание. Окей, я понял. Я тебя понял. По головам пройдемся немножко. Но, блин. Запрыгни. Сука. А как же? Не понял. Так, полицейская машина. Я ее 100 пудов открывал. Давай попробуем еще раз. А, ну у меня нет отмычек. Давай сделаем. Как проблема-то, блядь. Давай сделаем. Аптечки, да, отмычки 39. Создать. Раз. Я, как обычно, создам 3 комплекта. Итого у меня их будет. Там, по-моему, 14 или сколько ли? 15 даже. Ну, окей. Так, вот здесь. Нет, вот здесь. Тогда где-то вот тут. Еще раз давай. Вот, я понял. Хорошо, хорошо, хорошо. Опа. Спокойно. Опа. Да так-то, блядь. Опа. Да ты что, дебил, что ли, совсем? Открой мне. Ну вот тут же где-то. Сейчас я отмычки прострем с тобой здесь. Во. Блять.
Да ты чё издеваешься, я же нащупывал! Да пиздец какой, блядь. Или чё, она после каждого проигрыша здесь улетает? Да ну в жопу, у меня денег мало, Вал, я из-за того, что куплю эти патроны, блядь. Больно надо. Блять, просрал сколько? 8 отмычек. На говне на каком-то. А чё ты не можешь запрыгнуть-то? Запрыгни. Ой. Ага, запрыгнул бы сейчас, блядь. Так, мне нужно на мост. Молодец. Блять, а тут давно вот этот хер стоит. Сейчас, ладно, мы его убьем. А, великолепный сюрикен. А, так, а у него урон еще 102, а вот сколько урон? 137, хорошо. А, блядь, я же теперь ну ладно, хорошо. Я же теперь умею переключаться на 1-2 там и так далее. Мне же нужно было в туннеле найти-то, я догадаться еще не мог, блядь. Догадаться, видимо, не мог. Видите, сколько тут полицейских машин? Ну, если я стой проводил 10 тысяч лет, с этим тем более, блядь. Когда мне будут полоскать жопу эти всякие мутанты, где они в жопу. Найдите туннель, ведущий из трущоб. Встретите спасателями в туннеле. Спасители, блядь, почему спасители? Давай я буду называть их спасатели, окей? Вот этот попробуем открыть. Очень трудно. Ну не труднее, блядь, чем, наверное, там было. Да ты чё, блядь, издеваешься, что ли? Значит, ниже. Это какой-то пиздец, блядь. Две отмычки, две, сука, две. В жопу. А, продолжаем. В жопу, я не буду больше взламывать. 10 тысяч лет и 10 тысяч этих отмычек тратишь. Не хочу. Так, все, здравствуйте, спуститься в канализацию. Я пришел выполнять ваши задания. Канализация. Спасатели, я нашел Стэнка. Поначалу он не хотел со мной разговаривать, но когда я сказал, что я сделал с Раисом, спасатели согласились мне помочь. Они помогли мне пройти в сектор 0. А что за сектор 0-то? Там нулево стало. О, внезапно. Встретитесь с спасателями в туннеле. Тут они... А, ну, блядь, я думал, спасатели здесь, ладно. Они все еще спасители. Окей. Хорошечно. Вот сюда надо, да? Постучать. Тук-тук. Крейн? Крейн? Да, это я. Рад познакомиться. Я Хасан. Я буду твоим проводником. А Джей, ты тоже проводил? Кого? Она здешняя, темные волосы, симпатичная, упрямая, страшное дело. Может быть, не знаю, мы всегда не спрашиваем имена. Следуйте за проводником. Так, ну я так понял, без громких дел сейчас тут это не обойдется. Встряем в какую-нибудь перестрелку, блядь, перепалку, будем драться, сражаться. Ну понятно, короче. Ну иди, я тебя не останавливал. Думал, ботинки что-то раскиданы. Страшно, он сейчас клоун куда вылезет. Ах, так, это же канализация, ну. Ох, ничего себе, умные люди вон были здесь. Подожди-ка, я что-то не припомню, а что тут делала Джейд? Зачем ему нужно было и в сектор 0? Поговорите с Хасаном, господи, блядь. Окей,
Ладно, отсюда пойдешь один. Пульт размечен стрелками. Будем держать связь по рации. Приятно было с тобой познакомиться. Хорошо. Следуйте стрелкам сектор 0. Рабочих по одному. Этот парень пойдет первым. А куда идти-то, блядь? А, дальше в смысле? Окей. А! Нихера ты там не надорвешься, не? Так, хорошо, я так понял, нужно очень быстро потом. А тут шифт-то не работает. Так, ну я вижу уже зомби. Зомби, главное, чтобы они, блядь, плавать не умели. Как, это будет как в Резиденте, зомби-водолазы. Вон, поднимаются. Так, хорошо. Хорошо. Выберись из воды, не люблю. А, хорошо, а дальше-то что, куда нам? Ну, явно не сюда. Ага, понято. Ладно, поехали. Паркур. Ну ты можешь, блядь, лезть-то, нет? В конце-то концов. Так, ну ты не сможешь. Смог. Ладно, я тебя недооценил. Прости, мужик. А, да, она была в другую сторону. Извините. Пойдем. А ты можешь туда залезть? Да, ты можешь туда залезть, хорошо. Все хоть поближе к этому, к этой верхушке будет. И не надо будет прыгать 10 лет. Так, по стрелкам. Слушай, обосраться и не встать. Зачем так сделали? Это же очень сложно. А если кто-то не такой мастер паркура, как я? Обосраться 300 метров. А сектор 0, это типа вот это вот есть. То есть тут никого не будет, да? Так, а мне куда? Ты тупой? Мы стараемся расчистить путь, но там могут быть мутанты. Хотя для тебя они вряд ли будут проблемой. А почему ты называешь... А, сектор 0 это еще не здесь. Протри лицо, в чем у тебя оно? А еще повернулся-то. Так, хорошо, нормально. Но давай хоть вот это взломаем, а сегодня, блядь. Спасибо, блядь. С первого раза почти. О, бита! Нихера. Бита, она какая-то крутая, видать. 89 урона. Она лучше, чем топор, блядь. Да не может быть такого. Ладно, в жопу. Ничего страшного. Так, у меня и так куча оружия нормального. Так, окей, хорошо. А чё ты, блядь? Не, я же нажал тебе. $7. Металлички взяли. Так, ну-ка давай-ка обмажься-ка. Все равно пол экрана в каком-то говне. Эй, алло, запрыгни. Да ты тупой. Ой-ой-ой-ой-ой, быстрее бы надо мне запрыгнуть. Все. Все равно, говорю, пол экрана в дерьме в каком-то, поэтому... Вот бы бег по стенам вкачать мне. Ой-ой-ой-ой-ой! Сразу же! А ну давайте не сюда, сволочи! Иди нахуй! Пошла вон! Да, три пиздодельных, охереть! Уйдите в жопу, блядь!
Три пиздодельных обосраться. Один пиздодельный остался. Уйди. Гнида, блядь. Так, ага. Пролетел, блядь. Это хорошо, потому что я его не заметил сверху. Я думал, он снизу где-то ходит. Ну давай. Прыгай, я тебя сразу заряжу. Пяткой в лоб. Давай. А он на него уже сами. Давай, давай, пора напиздить его. Урода этого малолетнего. Да он мне жизни не даст никакой. Прыгай давай. Бля, надо его убивать быстрее. Что ж ты сам загнулся? Молодец какой, блядь. Так, и чё мне, и куда мне-то? Ой-ой-ой-ой, блядь! Да ёп! А, понял. Сука. Аккуратно. Там какой-то кто-то здоровый? Ой, серьезно, пожарник, блядь. Ну, я думал, там какой-то просто мелкий в форме полицейского. А тут нихера, блядь, не мелкий он. Так, и по итогу-то как? А, я понял, блядь, его надо убивать. Ну хорошо. Горючая жидкость. А чё ты не загораешь-то тогда? А, я понял. Вот так это работает. Да, все, он загорелся. Нихера это не так, походу, дело работает. Слушай, ну давай его расстреляем просто. Со скольки патронов он отойдет? Это что такое, блядь? Что, кто-то взорвался? Мне жаба душу тратит на его патроны. Ебать! Ой-ой-ой, что такой быстрый-то? Ёб твою мать! Залезь! Молодец. Мне жаба душ на него патроны тратит. Так, тут все закрыто, зомби пройти не смогут. Отлично. Да можно в них тюрикенами покидаться. Может, все-таки отойдешь, а? С пары патронов. Ну хорошо, тогда давай на него вместо этого, вместо фризерской винтовки, давай я против него пистолет использую. Типа, ну окей. Блять! Наконец-то, блять! Ну ладно, он отошел. Отошел довольно очень быстро. Что, кто вот как это происходит-то, блять? Уйди нахуй! Блять, не вижу ни черта! Ну его надо было убить, иначе... А, все. Блядь, я не привык. Так быстро? Так быстро? $200, нихера себе. Ладно. Давай! Поехали. Окей. Так, нихера себе, что, в этих ногах можно что-то найти? Че, будем обмазываться или нет? Да, думаю, не надо особо. Кого тут особо, наверное, никого и нет. Блять! Конечно, никого нету, ага! Давай, тварь. Так, я сюрикен, если что, возьму. Так, что, ты сдох? Молодец. Металлические детали. Так, давай. Блять!
Не, наверное, есть смысл обмазаться все-таки, потому что, ну, например, если там очень много. Я свой, блядь! Алло, что ты меня пиздишь-то? Мудлоид! Где он там, блядь, да я себе еще обмажу. Да не блюй, нормально все, пойдем. Ууу, так, хорошо. А, блядь, это нормально, я думал. Серьезно, сука? Сука, серьезно, блядь, сука, серьезно! Серьезно! Это пиздодельный, кстати, на... Это кто? Ебать, тут пиздодельный! Бежим! Выносливость, отлично! Пиздодельные! Давай, 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 давай! На-ка, нахуй! На-ка, нахуй! Ну давай! Давай, сволочь! Давай! Ладно, окей, я. Ты чё, охуел? Чё это было? Я тебе, блядь, как сейчас подерусь со мной? Гнида малолетняя. Подожди, как там нужно это было? Стоп. Винтовочный патрон. Кто тут, блядь, на... О! Полный комплект винтовочных. Полный комплект винтовочных. Нихера тут... Лута-то, я хотел отсюда убежать. Хорошо, что я остановился здесь на чуть-чуть. Прямо взлом очень трудно. Не хочу тогда. Так, это меня к чему готовит? Тут что-то очень много лута. Что-то тут непропорционально много лута. Возьму это я все продам. Блять, можно было просто пальнуть сюда, да? Хорошо. 184 у меня такие есть. Нормально. Ну да, ради хохма вот это попробуем взломать. Похуй, вообще у меня куча деталей. Еще сделал новые отмычки. Ну да, в этот тайминг, конечно, хер попадешь. Так, а собственно и как? Дед, ну правда. А, я понял, кажись. Вот для чего тут мне винтовочный патрон дали. Типа на случай, если у меня их не будет. Да? Нет. А нахер тогда? Так, и по итогу-то и чё, блядь? А как? А! Сука! Нет? Конечно, как же, блядь. Я понял. Не, ну хорошо. Это хорошо, на самом деле, то, что я туда прошел. Очень хорошо, потому что иначе бы не было ни патронов у меня, ни лута какого, ну, какого-никакого. Плевун. Так, ну с ним разобраться. Вообще пара пустяков. Харкайся! Ага. Нету, блядь, никого. Эти жив еще. Хвырси в говне в каком-то, звездец. Так. Чисто куда? Понято. Охренеть, что он умеет, блядь. И так, и вот так. И тут как? И забираться, и проползать. Молодец, мастер на все руки просто. А он не допрыгнет. Да, вот эти трубы давай. Вот этой вот. Да ты тупой, блядь, или что? Ты можешь запрыгнуть, просто прыгнуть, нет? Сука. Ах, там уже было, оказывается, на нее забраться. Я сразу там нажал 20 раз пробел, блядь. Да я, твою мать, забыл я!
Можно вот так... Нет, нельзя так сделать. Хорошо. Так сделать нельзя. Так сделать нельзя. Опа. Ага, в смысле? Ты что, охерел? Ты можешь вот сюда залезть? Залезь, блядь. Ну что началось-то? Звездон какой. Чуть поближе есть? Нету здесь ничего поближе. Молодец. А что тогда не завлез? Так, все, это край. Запрыгивай. Да куда ты прыгнул-то, блядь? Я тебе говорю, залезь! Подожди-ка, а вот ты вот отсюда не можешь запрыгнуть? Ладно, не может. Ну хоть так. Все побыстрее хотя бы. Ну, ты правда какой-то припадочный или чего, блядь? Да, вот нахер не залазь. Да что с тобой? Что так трудно, что ли? Спасибо. Так, как там просто забраться на трубу-то, удерживать пробел или как? Хорошо, как тогда не забираясь на трубу туда залезть? Просто прыгну, ты тупой, схватись, блядь. Меня уже бесит, блядь, спайдерменовские эти трюки. Ядрить их налево, блядь. Но зато уровень ловкости себе качаем, ни хреново так. Можно фармить здесь. Хорошо, куда можно тогда? Молодец! Отлично, наконец-то, блядь, я не верю. Стой. Стой, оглядись. Все, прыгай. Пиздец. Очень тяжело, максимально. Бред собачий. Так, чуть внизу-то там есть? Да, вряд ли. Так, ну, по-моему, по лозе может... А, нет, нахер нам лоза, только тут есть труба. Наша любимая желтая, блядь. Вот есть желтый снег, а есть желтые трубы. Желтый снег нельзя есть, по желтым трубам нельзя нормально лазить. Не лазьте типа, по трубам, в принципе, это опасно. Все-таки это компьютерная игра. Так, это, по-моему, без всяких ключей открывается. Из отмычек, в смысле. Да, окей. Ну, откроем, посмотрим, что там может быть. О, алкашка, кстати, надо. Все, аптечки будешь всего делать. Марли-то я набрал, а вот алкашки-то нет. Так, а как теперь? А, окей. Эй, дружище, извини. Выбор из выживания. Организм крепко взял меня за яйца. В смысле? Эй, что? Что ты сделал? То, что должен был. Что тут скажешь? Мир — это суровое место. Да ты что, пидорас, меня предал, что ли? Я открыл на всякий случай, думал, сейчас начнется бред какой-нибудь. А, вот! В чем проблема-то? Хорошо. Ладно, ладно, у всех на это были свои, как говорится, что? Правильно, мотив. Ничего, встретимся еще. Ебать, серьезно? Ай, больно же! А как выжить-то? Так я умру сейчас. Так я умер, блядь. Потерянные очки выживания 3000. Ага, хорошо. А как, блядь? Там можно было куда-нибудь забраться, да? Хорошо, будем знать. Бери винтовку сразу же тогда. Патронов-то у меня много. Так, заряди. Как сюда? Куда можно залезть-то здесь?
Да это пиздец какой-то, тут никак нельзя никуда залезть. Потерянные очки, это еще что, ну блять. Я что-то не понял. А как здесь работать-то? Охуеть! А куда тут можно забраться куда-нибудь или нет? Я вообще ни хера не вижу, блядь. А, мне надо успеть проплыть. Мне тупо надо успеть проплыть. А, вообще, мне, у меня где-то 35 кп было, так и все вообще по. Спасибо. А раньше так нельзя было сделать? Можешь в воде лечиться? Не можешь, но в воде лечиться. Вздохнуть там не дай. А, вот, окей. А теперь спокойно. Так, всем стоять, никому, как говорится, не двигаться. Твари. Убью разом всех. И не моргну даже. Понятно вам? Аккуратно. Серьезно, бля, как ты меня выцепил-то? Ладно, бесприцельно. Вот фонарь, это мужик? Да, это мужик, окей. Продажные твари. Там надо наверх попасть, надо это только через них. Блять. Это вот это, блять, у меня сейчас КПшка-то. Ебать, спокойно, тихо. Как не весело, тобой как не весело. Минусах. Вон там стоит хер. Их надо всех выманить на себя. А справа-то кто, блядь? Одна. В минусах? Там кто сейчас? Откуда? В смысле, блядь, ниоткуда? Иди в жопу. Ой-ой-ой-ой, блядь! Они все там. Они все, суки, там. Упал. Ой, блядь! Откуда ты тут взялся-то, мудак? Блять, вот это я сейчас обосрался. Нехило так. У меня плечек там поди уже мало, блять, очень сильно. Сколько у меня их? А все, у меня кончились как раз таки, кстати, они. А, у меня 5 аптечек еще, хорошо, неплохо. Ага, ага, сука, блять. Что такое медленно? Да ладно, окей, деремся. Упал, падла. Тварь, мудак. Чуть-чуть 20 патронов в магазине, очень мало. Ну хотя... Хотя не особо. Так, что у вас есть? 26 баксов. Метательный ножик, задним блоком. Так, что у вас там? О, 137 кубик, говняное оружие, у меня лучше. 84, все понятно. Лохи. Так, что тут кто? Но я же надеюсь, без перестрелок нельзя было обойтись? Я хочу искренне на это надеяться, иначе это очень все плохо, блядь.
Так, клинок и кофе, и тогда я все возьму. У меня, кстати, пора заканчивать уже, наверное, серию на сегодня. Хотя, ну, давай, ладно, до 50 минут поиграем. 10 минут. Так, вот аптечка. А, марля. Ну, какая разница. Собираем. Так, а вы мне сейчас весь патрон, это не дадите комплектами? Хотя их у меня так нормально, но использующих навыков не до, тебе, не до вас пока. Инвентарь почти заполнен. Так. Блять, серьезно? Здесь можно было сбежать перестрелки. Или что, или как? Или нет? Нет. Нельзя было здесь сбежать перестрелки. Тут только перестрелка. Или нет? Или можно ли вы, блядь, правда было? Просто особо больше некуда идти. Не то, что особо, вообще некуда идти. Я уже хожу, как пусть знает кто, как курица в говне. Выходов наружу здесь вообще нету. Тут была только аптечка. Как-то очень странно, блядь. Ну не, я не думаю, что они бы сделали так, что эту перестрелку можно было бы избежать. Вряд ли, скорее всего. И можно было избежать. Откуда я сам пришел-то? Подожди, блядь, я забыл уже. Он оттуда. Так, ну, скорее всего, надо опять лезть в воду и плыть куда-нибудь. Особо потому, что больше вариантов-то нету. А, ну тогда! Все правильно, я же оттуда убил удаков-то эти. Ну да, если я сейчас, если они были бы живы, мне бы это показали. Думал, они живы. А, так это что ли вот здесь было-то? Тогда вообще ничего не понимаю. А, вот. А кому кто не заметить? Что, блядь? Во-первых, там нет ни лестницы, ни черта. Тут же внезапно все закрыто. Я как пол... А, блядь, я отсюда и вышел. Так, я вышел вот отсюда, получается. Прыгну вот сюда. Насколько я понял, вот это вот место... Это вот то же самое. Я просто отплыл. Соответственно, теперь я вообще не знаю, куда мне идти. Какой-то замкнутый круг. Через вентилятор, возможно. А как через вентилятор? Нужно его расстрелять. Найди путь сектор 0. 90 метров еще говорят. Я ничего пока не понимаю. Ну-ка, подожди-ка. Использованный щит. Что мне дадут, если, блядь, неиспользованные щитки навыка? Вот тут все закрыто. Ой, здрасте, пожалуйста, спасибо. Выносливость кончается. Я вообще ничего не понимаю. Куда? А, блядь! Сразу проверим, можно открыть? Нельзя. Дальше пошли. Пиздец, блядь. Вот это... Кто додумается? Кто додумается? А, все, я понял. Я не знаю, это поверхность. Я уже заебался просто. Все, отлично, это поверхность. А, нет, не совсем. Ну, все, поближе. Так, тут все, сигнализация, что ли? Ну что, мужики эти? Патроны дайте, я пополню чуть-чуть. Так, бичевка тут есть. Ну ладно, я соберу, вообще без разницы. На это у меня инвентарь всегда не заполнен, всегда пустой. О, алкашка.
кофе продам. Какая-то, какой-то выпуск, 13-й выпуск, мы с тобой все-таки все все подбираем. Просто мне кто-то говорил, что на тот момент, когда мы прекратим лутаться, ну типа, это деньги в основном. А металлические дали собирал, чтобы оружие чинить свое. Хотя я их как-то в один из выпусков настолько насобирал, что прям вообще... Так, это что-то какой-то тундук. Первый раз такой вижу. Гвозди. Аэрозоль. Ну давай, аэрозоль возьму. Кофе потом тоже продам. Кофе у меня дохерища, потом собираюсь, я его продаю, получу деньги. А деньги, я тут особо деньги-то тоже никуда не трачу. Ну, иногда там раз, чуть приспичит какие-нибудь патроны. Тем более, кстати, у меня бабла же дохренища вот в этой игре, поэтому можно особо патронов не собирать, постараться. Это что, блядь, бандиты, что ли? Пиздец, серьезно? Охуеть. Ладно. Ага, идите-ка вы нахуй. Так, пока один со мной тут дерется. Где он? А где он? И я не вижу тебя. А, вон, понял. Все, в минусах. Перезаряжаться пока не буду. Брэн, как слышно, это Крейн. Что происходит, дружище? Скажи всем, чтобы остерегали спасатели. Они продали меня Раису. Или выбросили из засады. Черт, здесь ты цел. Ты же из строя, когда доберешься до сектора 0. Кроме нее тебе больше никто не поможет. Так и сделаю. Держи за меня кулаки. Твари, блять, продажные твари. Вот просто вот мне нет слов. Так, что это такое? Коллекционка, статуэтка, фигурка зомби. Зомби-Оскар какой, что ли? Так, ну я думаю, давайте на этом закончим уже, да? Мне уже идти нужно. Поэтому, если вам понравилось это видео, поставьте лайк и напишите комментарий. Также подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать самые новые ролики. Ой, забыл свою конечную заставку. Всем до встречи в Daylight, дорогие друзья. Пока.